Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые участники нашего сегодняшнего вебинара. На моих часах 18 часов, значит, время начинать нашу с вами встречу. Я посмотрела, у людей у нас не так много, но зато мы с вами будем точно знать, как решать любую проблему, а они нет. Итак, утро вечера мудренее. Почему такая тема? Дело в том, что когда я делала прошлый вебинар про сон, мне попалась вот такая пословица. Я вообще очень люблю пословицы и поговорки русские. Они очень правильные такие, да, вековая мудрость народа. И вот утро вечера мудренее. И я задумалась, а почему, собственно, почему утро вечера мудренее? И давайте мы немножко проведем небольшой такой экскурс. Помните сказку про царевну-лягушку? Помните? «Не тужи, Иван-царевич, лучше ложись спать, утро вечера мудренее». И правда. И там у него рубашка вышитая была, и, по-моему, там пирог какой-то, да и жена оказалась суперкрасивой. Но есть кое-что помоложе старых сказок. Помните Скарлетт О'Хара, да, в «Унесенных ветром»? Она говорила: «Я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра». Ну и совсем, наверное, современная такая пословица. Помните, с проблемой нужно переспать. И в этом есть не просто народная мудрость, а в этом есть совершенно медицинские обоснования. Действительно, это находит научное подтверждение. И ряд последних работ международной группы ученых, опубликованных в очень уважаемом, с медицинской точки зрения, журнале, показали, что фаза вот этого медленно-волнового, глубокого сна, про который мы тоже с вами говорили, отвечает за усвоение самых важных знаний, которые человек получает за день. Мы действительно получаем огромное количество информации, и иногда к вечеру мы даже не понимаем, что, в общем, важно, что не важно, обращаем внимание на какие-то более эмоциональные вещи, да? И вот именно во время глубокого, вот этого глубокого волнового, медленно-волнового сна у нас усваивается та информация, которая должна усвоиться. То есть сон нужен не только для того, чтобы восстановить физические силы, мы про это неоднократно говорили, что это единственная возможность организму, просканировав все органы и системы, действительно посмотреть, где есть неполадки, и их исправить, но и вернуть ясность голове, улучшить память, улучшить внимание, получить, кстати говоря, хорошее настроение и поднять иммунитет. Сон нужен, чтобы изменить работу гормонов. Мы с вами неоднократно говорили о том, что мозг – это как вот исполнитель такой, прораб, знаете, на стройке. А вот главный инженер строения, вот дворца там или еще какого-нибудь – это гормоны. Так вот, главный из них – мелатонин, который работает у нас ночью, который помогает нам сражаться со старостью, как раз и отвечает за вот фазы сна, за то, чтобы у нас сон был глубоким, и нам ему мешать совершенно не нужно. Это один из самых древнейших советов. Не зря я начала со сказки про царевну-лягушку. На самом деле еще совсем-совсем древние люди знали, что с проблемой нужно переспать. И каждый раз, когда предстоит принять какое-либо важное решение, кто-нибудь из окружающих да посоветует, да, отложить его на утро. Переспи с проблемой. Я лучше подумаю об этом завтра. Может показаться, что этот совет нужен для тех, кто вот вечером произошла какая-то ситуация, да, и нет времени, усталость уже какая-то, да, сонливость, и отложу-ка я на завтра это все. Ничего подобного. В течение дня, я еще раз говорю, мы получаем такое количество информации, иногда безумно противоречивой, что имеет смысл отложить решение на следующий день, а именно на утро даже, да, по одной простой причине. Дело в том, что наше подсознательное мышление, которое мы давим сознательным мышлением в течение дня, оно практически не работает. Так вот, подсознательное наше мышление намного лучше справляется с принятием
именно сложных решений. Поэтому с проблемой действительно нужно переспать. Но именно переспать с глубоким сном, не просыпаясь там каждые полтора часа в каком-то ажиотаже. Очень многие, кстати, в других экспериментах участники принимали решение, а потом отвлекались на какое-то время, и через час у них решения тоже менялись. Даже вот здесь нужно какое-то время для того, чтобы мозг успел проанализировать, что происходит. А вот когда мы спим, это лучшая возможность выбросить из головы вот весь тот мусор, который у нас скапливается в голове за целый день, мусора немерено всякого. Не так посмотрел, не то сказал, не то прочитал, не та новость, не в том пошел, не та погода, да что угодно. Мусора в голове немерено. Причем эти вещи, которые нас с вами реально беспокоят. Да, мы нервничаем по каким-то поводам, совершенно про которые мы даже и не вспомним там через день-два. Так вот, часов эдак на 8, а вы помните, чтобы рекомендации Всемирной организации здравоохранения, спать нам нужно именно 8 часов, не меньше, да, то этот способ можно сравнить с самым простым способом отключить сознательную часть мозга и открыть дорогу тому подсознательному, который и будет принимать вот те сложнейшие решения, которые могут определять вообще всю нашу жизнь. Итак, лучше спать больше. То есть хороший сон не только проясняет мысли, но и позволяет дать организму необходимый отдых и мускулам, замедлить сердечный ритм, понижается артериальное давление, восстанавливаются гормональные различные выделения. Вот этот замедленный темп существования, да, мы настолько редко дышим, что иногда вот кто-то говорит, ты так тихо спишь, что я даже не слышу, как ты дышишь. Вот все замедляется, да? Клетки лучше восстанавливаются, в том числе и клетки мозга. Кстати говоря, известно, что даже раны быстрее затягиваются во сне. Но при одном условии. Вы правильно спите, на правильном матрасе, правильной подушке, в правильной атмосфере, предварительно правильно приготовившись ко сну. Вот тогда тело отдыхает, мозг отдыхает, а подсознательное у нас принимает те решения, которые улучшают наверняка на 100% нашу жизнь. И поэтому мы, конечно, начнем с биоптрона. Мы не зря говорим, что биоптрон действительно уникальный эффективный метод сохранения здоровья. Не только потому, что он действительно обладает уникальным совершенно лечебным свойством и применяется, имеет уже более 30-летний опыт, и более 3 миллионов семей пользуются им, решая проблемы со здоровьем, занимаясь профилактикой. Напомню, что это сертифицированные медицинские приборы, которые настолько безопасны, что их можно применять не только в любом возрасте, начиная с младенческого и заканчивая там 120 годами, но и безопасны с точки зрения применения как медицинской методики, потому что у него нет побочных эффектов противопоказаний, производится он в Швейцарии и, соответственно, решает огромное количество вопросов, которые мы можем решить в нашей обычной жизни. За счет тех характеристик, которые у него есть, мы получаем тот естественный для нашего организма свет, на который заточены все биохимические процессы, ритм дыхания, ритм сердца, систолическое и диастолическое давление, работа гормонального фона, работа желудочно-кишечного тракта, временные рамки работы, пика активности сердца, почек, печени, селезенки и всего остального. То есть нам свет этот нужен просто даже для того, чтобы жить. Но для того, чтобы жить безопасно, мы убрали ультрафиолетовую компоненту, как провоцирующую онкологические проблемы, проблемы кожи, иммунодефицитные состояния различные, и оставили вот все то полезное, то, что нам нужно. Поэтому, когда мы смотрим на биоптрон и видим, что он вот такого желтенького света, представьте себе, что вы смотрите на солнце. Да? На самом деле там имеются все длины волн, которые, проникая сквозь кожу, ненасильственным совершенно образом, потому что очень маленькая низкость излучения, да, оказывает на наш весь организм биостимулирующий эффект. То есть на все клетки, которых 70 триллионов, немеренное совершенно количество, да, он дает клетке энергию, и поэтому мы не привносим ничего извне,
что неестественно нашему организму какая-то химическая формула или какая-то методика там сверхвысоких частот, или, ну, не знаю, любые какие-то, все, что неестественно для физиологии нашего с вами организма. И поэтому биоптрон помогает при огромном количестве заболеваний, потому что запускает свои собственные механизмы. У нас на самом деле в организме есть все свое. Поэтому саморегуляция – это то, что самое главное делает биоптрон. Поэтому он регулирует работу всех органов и систем, причем работу регулирует всех органов и систем во взаимосвязи. Я всегда говорю, у нас мозг должен понимать, что делает желудок. Желудок понимать, что делают ноги. Ноги понимать, что делают глаза. Глаза понимать, что делают уши. То есть вот эта взаимосвязь обеспечивает нам как раз светотерапия биоптрон. Уникальная совершенно методика, аналогов которой нет, потому что это совершенно естественно. Это только если, значит, солнце заменить на какой-нибудь альдебаран. Ну, тогда и мы, наверное, будем уже там с тремя головами, с хвостами, с пятью глазами, не знаю, мы будем другие. А вот для этого, вот такие, какие мы есть, нам нужен вот этот свет видимого диапазона. Более того, когда мы с вами получаем какие-то проблемы со здоровьем, мы не знаем первопричину. И всегда в 100% случаях мы убираем симптоматику. Вот сейчас таким образом лечат ковид, например. Да? Таким же образом практически лечат желудочно-кишечный тракт. От поноса таблетка есть, от запора таблетка есть. Все хорошо, вылечили. Сейчас. От чего это произошло? Так вот, за счет того, что очень много глин волн, каждая из них выполняет свою функцию, и в результате собирается пазл. То есть организм понимает, что вот так, мне нужно помочь вот здесь, вот здесь, вот здесь мне нужно, вот этого мне сейчас не нужно, я это и не возьму. И организм просто не пропустит ту длину волны, которая ему в данный момент просто не нужна. И поэтому мы получаем вот такое количество биопозитивных эффектов света биоптрон, и противовоспалительные, и противоотечные, и аналгезирующие, регенерирующие, иммуномодулирующие, метаболические, трофические, десенсибилизирующие, антитромботические. Мы восстанавливаем микроциркуляцию всю, потому что 99% болезней основаны на нарушении микроциркуляции. Но самое главное, это то, что биоптрон позволяет нам заниматься с вами профилактикой. Мы знаем про слово профилактика, мы знаем, что профилактика – это хорошо, мы знаем, что профилактикой нужно заниматься. А как? И когда я читаю какие-то статьи, которые идут под эгидой ЗОЖ, здоровый образ жизни, я иногда диву даюсь, как люди вообще выживают после таких методик оздоровления. Я не знаю, это сила воли плюс характер. Здесь совершенно естественные профилактические сеансы, естественным для нас светом, который мы просто заточен все процессы в нашем организме. То есть два раза в день по 10 минут уже уровень энергии имеется, то есть организм начинает справляться с теми проблемами, которые мы получаем. Активный иммунитет получили, значит, профилактику простудных онкозаболеваний, инфарктов, инсультов получили, да еще и замедлили скорость старения, потому что не изнашивается наш с вами организм. И что касается нашей с вами проблемы, это, конечно, цветотерапия биоптрон, потому что она здесь королева. Вот если говорить о сегодняшней теме, мне просто хотелось напомнить вам, что вообще делает биоптрон. На самом деле это просто тема дня, потому что цветотерапия биоптрон, когда мы прицельно, локально работаем с определенной длиной волны, с определенной частотой, которая отвечает за определенные совершенно физиологические процессы в нашем организме, то мы имеем возможность целенаправленно работать с проблемой. Программа разработана Институтом биоинформации в Цюрихе. Занимает очень мало времени. Воздействует сразу одновременно. Тело, разум, душа. Помните, проясняется подсознание. Абсолютно современный подход. Несмотря на то, что цветотерапию лечил еще Гиппократ в своих гелиотермах. И очень многие исследования. Но это вот подход 21 века. Тоже может применяться в абсолютно любом возрасте, и точно так же грудички прекрасно отзываются. Есть у нас вот эти 14 методик, разработанные Институтом биоинформации в Цюрихе. Я все жду, когда компания Цептер их начнет продавать задорого, потому что им цены нет, реально, они бесценны. Как они сделаны? И вот эти 14 методик я предлагаю использовать по нашей теме «Утро вечера мудренее» некоторые из них. Итак,
Первое – это если у вас бессонница. Вот если у вас бессонница, и, ну, как вы проблему решите, если вы, значит, то баранов считаете, то телевизор смотрите, то вздыхаете, то по квартире ходите, ну, не решится проблема. Для этого есть у нас отличная программа, которая называется «Нормализация сна». Занимает всего 20 минут времени, делается за час до сна. И самое главное, что делает такая программа, в отличие от снотворных препаратов? Она восстанавливает вот те циклы сна, потому что они имеют, да, определенные циклы. Есть так называемый глубокий сон, есть быстрый сон. И вот как раз во время медленного сна у нас работает подсознание, да, когда решаются проблемы, отсеивается весь мусор, который мы накопили за день. Господи, сколько его, этого информационного мусора все больше и больше. И скоро уже голова лопнет, на самом деле. У меня такое впечатление, что у меня гораздо больше в голове информации, нежели чем в 10 компьютерах вместе взятых. Но самое главное, она еще и восстанавливает циркадные ритмы. Мы вступили в пору зимней темноты, да, зимней депрессии. У нас начинается опять гормональный сбой. Мы только вышли из гормонального сбоя благодаря летним замечательным совершенно белым красивым ночам. Теперь мы попали в очередной гормональный сбой. Вот здесь как раз та программа, которая восстановит и в этом плане нашу гормональную систему. Ну, если у вас со сном все в порядке и бессонница вас не беспокоит, что нам нужно сделать? Приводим в порядок гормональную систему, мысли и чувства. Помните, мы с вами говорили, что у нас активная жизнь начинается тогда, когда она должна плавно затихать. В 9 вечера мы вспоминаем, что мы не сделали какую-то поделку для ребенка, уроки не сделаны, мусор не вынесен, да, вдруг засорился кран, начался любимый сериал, позвонила любимая подруга, которая рассказала, что муж ей в очередной 128-й раз ей изменил, и вам нужно ее выслушать, потому что ей плохо. И у нас начинает вместо того, чтобы вырабатываться мелатонин, который потихонечку начинается с 8 вечера к 11, он достигает определенных высот. У нас во время вместо этого начинает вот так вот вырабатываться кортизол. Кортизол, основная задача, хочу напомнить. Две задачи у кортизола. Ну, кроме того, что разбудить нас с вами утром, бей и беги. Бей и беги. Ну, не знаю уж, какой сон. Даже если вы провалитесь в какое-то снотворное сновидение, кроме какого-то кошмара, наверное, ничего не приснится. Вот восстановление внутренней гармонии. Прекрасная программа, которая позволит вам выровнять, вот, привести в баланс вот это состояние. Она тоже делается два раза в день. Если вы знаете, что к вечеру у вас очень безумно активная жизнь, пожалуйста, сделайте ее, как положено, 3 недели. Для того, чтобы выровнять вообще все, что у нас есть, да, и для того, чтобы вы адекватно реагировали на то, что происходит вечером у нас в семье. Есть еще пара программ, которых я очень люблю. Деблокирование при стрессе. Да, бывает так, что вы уже готовы, все, вы уже ложитесь спать, у вас есть свои какие-то мысли, вам нужно действительно решить какую-то проблему, там, покупаете вы эту квартиру или не покупаете, там, не знаю, любые какие-то, да, там, куда будет поступать ваш ребенок, много действительно серьезных вещей, которые нужно обдумать. И вдруг опять, значит, какой-нибудь звонок, а ты знаешь, и понеслось. Вот, получив часов в 9-10 вечера стресс, я думаю, что наше подсознание тихо затихнет и помогать вам, в общем, не будет, потому что не будет глубокого сна. Хорошая очень программа, хорошо снимает стрессовые ситуации. Ну, или вообще идеальная программа, душевное равновесие, когда вы действительно просто придете в баланс. Вот буквально перед самым сном, она вообще там 12 минут занимает времени, да, где-нибудь так за полчаса вы уже почистили зубы, вы уже там в пижамке, да, вы уже ложитесь спать, вы уже наконец отключили телефон, закончился, да, день общения,
да, и лежите, например, с книжечкой читаете. Вот прекрасно, программа «Душевное равновесие» вернет ваше состояние вот в то нормальное, выработки мелатонина, когда кортизол уже уйдет, да, успокоится до утра, и вот тогда мы с вами погрузимся вот в тот уникальный, совершенно глубокий сон, который поможет нам решить огромное количество проблем в свою пользу, заметьте. Далее включаем обязательно Therapy Air ION, одновременно очищая воздух от пыли, токсичных газов, бактерий, вирусов, а главное, насыщая воздух живыми отрицательными ионами, которые помогают организму дополнительно расслабиться. То есть у нас есть все для того, чтобы вы спали хорошо и могли решить какие-то проблемы. Но самое главное, что эти отрицательные ионы, мы чуть-чуть попозже еще пару слов скажем, помогают улучшить работу головного мозга, а соответственно вашего подсознания. Итак, что сделает Therapy Air ION? Очистит воздух от токсичного загрязнения. Я вам сейчас скажу, почему я токсичное загрязнение выделила красным. От табачного дыма, пыли, микробов, вирусов. Ну, от вирусов понятно. Я горжусь вот этим сертификатом, я его всегда показываю, потому что 2 апреля мы получили для своего дома, для своей работы, для своего кафе, для детской комнаты зону, свободную от ковида. Зону, где мы можем не надевать маски. Даже если в метре от меня стоит ковидный какой-то гражданин, у меня стоит Therapy Air ION, и он на 100% меня защитит. Ну и, конечно, неприятный запах в пыльце, аллергенов, плесени. Естественно, мы будем спать в чистой, хорошей комнате, где хорошо нам с вами дышится. Почему токсичное загрязнение? Я не знаю, как в других регионах, значит, дело в том, что читала отчет я Федерального управления Роспотребнадзора, которое решило провести некоторые исследования. Проводилось оно, по-моему, в некоторых регионах России, но я зацепилась за Ленинградскую область, вы же понимаете, где живем. Так вот, речь идет о радоне. Мы про него не раз уже говорили. На самом деле у нас такое место, что вот этот радиоактивный газ, природный радиоактивный газ, здесь это не свалки какие-то мусорные, это не отходы захоронения, это природный радиоактивный газ, но для нас он является настоящим радиоактивным газом. Дело в том, что во всех видах горных пород и почв фиксируется вот наличие урана. И вот именно в результате его распада вот это образуется опасное летучее соединение. Когда у нас строятся дома, неважно, это 20-этажный дом, либо это ваш личный какой-то коттедж, естественно, такие замеры, даже если и производятся, и на тот момент, когда мы строили, все было нормально, прошло какое-то время, да, произошла какая-то химическая реакция, и радон начал выделяться. Очень летучее вещество, и если стоит 20-этажный дом, значит, этот радон будет не только на первом этаже, он проникает сквозь подвал, но и на 20-м тоже. Так вот, Ленобласти не повезло. Радиоактивный показатель в Ленинградской области превышает допустимое значение. Самое главное, что в радоне самое плохое. Радон имеет свойство накапливаться в помещениях. Он никуда не девается. Его не проветришь. И пылесосом его не засосешь. Почувствовать его присутствие невозможно. Газ не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Вызывает он, как минимум, рак легких. Так вот, я хочу сказать и вернуться к предыдущему слайду. Это уникальная система очистки воздуха, которая защищает нас именно от токсичного загрязнения в том числе. Причем стирол, бензол, да, тот же самый радон, все убирается с помощью Therapy Air ION. Поэтому мы не знаем, в какой ситуации и где были построены наши дома. Пожалуйста, для спокойного, хорошего сна, для вашего хорошего здоровья, чтобы потом не думалось, откуда же этот рак взялся, мы такие хорошие, да, подумайте об этом. Ну и отрицательные ионы. Отрицательные ионы – это, конечно, лайфхак Therapy Air ION, потому что в
Он уникален, конечно, как система очистки, потому что на 99,99% очистить воздух от огромного количества совершенно разнообразных загрязнителей может далеко не каждый. Но для нашего с вами здоровья важно еще и наличие отрицательных ионов, которыми мы с вами практически не дышим. То у нас самоизоляция, то плохая погода, то сейчас зима началась, то мы живем в центре Петербурга, да, и куда мы пойдем гулять, никуда. Скоро у нас закроют опять в очередной раз парки, не знаю, почему их закрывают во время карантина, хотя именно там только можно подышать. Но отрицательные ионы у вас есть дома, и они поднимут уровень физической энергии, улучшат циркуляцию, благоприятно будут воздействовать на обменные процессы. Помните, я говорила про гормональный фон? Повышают защитные силы организма, препятствуют возникновению многих заболеваний. Вот она еще одна профилактика. Вот у вас биоптрон есть, и вот у вас есть ТРПЭРЭОН. Смягчают дискомфорт, который вызван особенно заболеваниями, которые вот, влияют на бронхолегочную систему. Ускоряют процесс выздоровления, если заболели. Облегчают боль, смягчают последствия стресса. Способствуют исчезновению страха, депрессии. Возвращают хороший сон. Красным выделила. Возвращают хороший сон. Омолаживают, наконец, организм, да, и увеличивают концентрацию внимания, улучшают память, улучшают творческие и умственные способности. Ну уж точно на утро вы примете правильное решение, посветившись биоптроном, да, и подышав ночью чистым воздухом, насыщенным живыми отрицательными ионами. Напомню, что это лучший бытовой прибор, уже трижды был назван в 16, 19 и 20 году. Ну и, наконец, мы погружаемся в объятия системы умного сна Кванамед, потому что мы погружаемся в волшебный латекс. Очень важно, на чем мы спим. Можно, конечно, на гвоздях, как Рахметов, но, поверьте, неудобно. Волшебный латекс. Самое главное, еще один натуральный продукт. Биоптрон – натуральный продукт для нас. Да? Отрицательные ионы – натуральный продукт, потому что это генератор живых отрицательных ионов, аналогичный природному. И здесь мы спим. 100% латекс, антимикробный, устойчивый к полевым клещам, гипоаллергенный, превосходнейшая вентиляция. Вентилируется ли ваш матрас, на котором вы спите сейчас? Да вряд ли. Нет никаких, естественно, токсичных газов. Чрезвычайно прочный. Он не деформируется со временем, но при этом адаптируется под форму тела. Наше тело имеет естественные изгибы. И мы должны спать так, чтобы наши естественные изгибы не ощущали никакого давления. Так вот, смотрите, что делает одновременно. Он подстраивается под наши изгибы, вы спите на спине, значит, представьте себе изгибы спины. Вы повернулись на бок, он точно так же подстраивается под все изгибы, но при этом сам по себе не деформируется. То есть он возвращается в свое первоначальное положение. Поэтому он абсолютно 100% экологичен. Поэтому, конечно, Кванамед не только позволяет спокойно и безмятежно отдыхать во время сна, но и решает огромное количество проблем. Вот 8 часов решения проблем, которые спровоцированы неправильным положением тела во сне. Чувство усталости после сна, если человек испытывает, выкидывать матрас. Упадок силы энергии с утра. Выкинуть матрас. Болезненные ощущения в суставах и позвоночнике. Выкинуть матрас. Нарушение опорно-двигательного аппарата. Выкинуть матрас. Мышечная усталость. Выкинуть матрас 2 раза. Вместе с подушкой, кстати говоря. Технологии, которые использованы. Вот, в принципе, вот, вы знаете, Цептер – уникальная компания. Вот, казалось бы, вот биоптрон, и вот уже супер. Нет, еще цветофильтры добавили. Вот ТРПЭРЭОН уже супер, на 99,9%, да, очищенный воздух, вплоть до токсичных газов, добавили еще отрицательные ионы. И здесь латекс уже супер, 100%. Ну, нет больше латексных матрасов, 100%. Все с какой-то долей латекса и позволяют себя называть латексными матрасами. Здесь 100% латекс. Но еще и уникальные совершенно технологии. Технология антибакт, да, значит, не будут развиваться бактерии, грибки, полевые клещи, аллергены. То есть безопасное совершенно существование на этом матрасе. Следующая технология – антистат. Безумно нам нужна эта технология, потому что мы живем в электрическом совершенно мире, и что носим, за что хватаемся, как телевизор в каждой комнате –
Короче, электромагнитного смога немерено совершенно. А дело в том, что этот электромагнитный смог повышает уровень, кстати говоря, кортизола, который нам к вечеру точно не нужен. И вот мы, погружаясь замечательный совершенно матрас из латекса, снижается нервозность, раздражительность, улучшается внимание, память. Опять мы возвращаемся к улучшению иммунитета и гормонального статуса. И технология уникальная совершенно гиперокси. Мы уже с вами говорили про революционную технологию Биоптрон. И здесь ее использовали. Вот что значит одна компания, которая может использовать запатентованные технологии, вот такой вот делая уникальный по здоровью и эффективности микс, который стимулирует повышение уровня кислорода в крови. Дело в том, что мы с вами излучаем инфракрасное тепло, да, мы имеем определенную совершенно температуру, да, в общий мир, и, в принципе, она пропадает просто так. Так вот, 13 термореактивных минералов. Я уж не буду раскрывать все секреты, с вашего позволения. Вот они в мелкодисперсной пыли, они естественным образом встроены в экстраквана, это вот специальный текстиль, который отражают обратно нам вот это наше инфракрасное тепло, отражают нам вот эту энергию, которая улучшает микроциркуляцию, повышает уровень кислорода и стимулирует выработку кровяных телец. То есть, понимаете, за 8 часов глубокого, хорошего сна, к которому вы подготовились, да, собственно, на самом деле, готовился Биоптрон, готовился терапия Эйрион и готовился Кваномед, на самом деле. Мы только так попользовались, там кнопочку включили, там посидели, а там прилегли, а все остальное делает то, что выпускает компания Цептер. Итак, система умного сна снимет головную боль, боль в спине и мышцах. Не надо выбрасывать, все хорошо. Повышает уровень энергии, поддерживает иммунную систему, снимет ревматическую боль, симптомы артрита, регулирует периферическое кровообращение. Я хочу сказать, что вот эти 7 поддержек BRS. Нет таких матрасов. 3 поддержки, 5 поддержек видела. Но чтобы поддерживались еще и стопы, где у нас нарушается периферическое кровообращение, начинаются отеки, трофические язвы, у диабетиков там начинаются гангренозные неприятные дела. Нет таких матрасов больше. Стимулирует клеточный рост, увеличивает уровень кислорода в теле. Значит, все работает в десятки раз лучше. А также полная изоляция движений. Покупаете матрас, вы 50 килограмм, ваш муж 150 килограмм. Вы не скатываясь друг к другу. То есть, понимаете, он держит каждый свое. Оптимизирует температуру тела во время сна, улучшает качество. Идеальное распределение веса тела. Нет никакого давления ни на один внутренний орган, ни на один позвонок, ни на один суставчик. Вы просто вот как на облаке. Утверждено врачами и специалистами, нет перегрева, нет аллергенов, нет токсичным парам, проверено и сертифицировано. А сертификацию Кваномед, кстати, получил почти как Биоптрон, медицинскую. Сертифицирован терапия Эйрион, сертифицирован Биоптрон, уж я не знаю, какие уже сертификаты можно получать и проверки. И точно такие же рандомизированные, двойные, слепые, проводились исследования и по Кваномеду. Удивительное дело. Гипоаллергенный материал, безопасный для детской кожи, устойчив к плесени и аллергенам и безумно долговечный. Это просто вложение денег в свой собственный, в 25 лет вашей жизни. В нормальный глубокий сон, в здоровье, в поддержку биоптронов, в поддержку отрицательных ионов, а то терапия старается, биоптрон пыхтит, а ночью мы потом на нашем матрасе, которому лет 15 уже, и подушки, которая вот такая вот, да, мы все себе портим. Выбираете свой идеальный матрас, выбираете свою идеальную подушку, выбор огромный. И в заключении от меня совет дня. В любой непонятной ситуации ложитесь-ка вы спать, посвятившись биоптроном, включив терапию Air Ion, но обязательно на умную систему сна, которая называется Кваномед. И будет у вас год счастливым и удачным. А наш недремлющий мозг, вернее его подсознание, примет утром
серьезнейшие, правильнейшие решения, которые, опять же, улучшат вашу жизнь, здоровье и будущее. Скоро Новый год. Вы уже придумали, что подарите своим родным и близким? Давайте дарить им здоровье. Тем более, что те условия, которые сейчас предоставляет компания, я здесь просто вот несколько так просто показать, да, выберите любимый. Но из того, что я вам бы посоветовала точно, это здоровье, уверенность в завтрашнем дне, молодость, плюс 25 лет здоровой жизни, хорошую фигуру, а значит, Биоптрон с цветофильтрами, Терапи, Кваномед и, конечно, очки. А завтра на вебинаре «Я, женщина», мы точно поговорим лично про себя и дам вам конкретные советы. А у меня на сегодня все. Была рада быть сегодня с вами. Спокойной ночи. Помним о том, что утро вечера мудренее. Спасибо за внимание. Будьте здоровы и счастливы. Всего доброго. До завтра.